школа саморегуляции человека будущего, Homo Futurus, она у меня давно создана, и она давно в интернете. И вот еще раз хочу напомнить, что я исходил из той концепции, что человек будущего будет более совершеннее, чем мы. То есть больше функций организма и психики будут подчинены его сознанию. И там возникает новое качество, когда функции подчинены сознанию, сознательная роль человека увеличивается в организации внутренних и внешних процессов. Поэтому человек будущего, в принципе, это каждый из нас, и когда мы обучаемся саморегуляции, мы начинаем становиться человеком будущего, ускоряем нашу эволюцию. Поэтому, когда мы знаем, к чему мы движемся, когда мы знаем, что должно у человека развиваться в первую очередь, управление своими процессами и расширение своего сознания, и обладание самосознанием, новым качеством, вот тогда, собственно говоря, мы школу на этом строим, обучая человека саморегуляции в любом направлении. Это должно быть и в кадровой школе, и в обычной школе, и в любом тренинге, базовыми уроками. Уроки самопознания для человека будущего.